Добрый день, дорогие казахстанцы! Сегодня со мной Асылбек. Я ему очень благодарна, Рахмет Кубкоп. Приходил на мои суды, видеообращение с приглашением на мой суд записал. И вот я сегодня пригласила его встретиться и хотела задать вопрос, что же побудило его приходить ко мне на суды? Асылбек, вот что тебе с первого твоего суда? Вот как? Ну, что побудило? Я наблюдал за Алией, за ее выступлениями в интернете. Ну, человек заявил о своих конституционных правах. Человек заявил, что они попираются. Ну, я увидел, что за это ее преследуют откровенно. Вот из солидарности решил поддержать ее. Да. Считаю, что правда на ее стороне. Вот то, что меня побудило прийти на суд. Да, я очень благодарна, спасибо. И я считаю, что это откровенный беспредел со стороны власти. Ну, до этого было как-то тишина, никто не заявлял, и как-то вроде было бы и спокойно. А как начали появляться определенные заявления, вот, то, что сделала власть, это тупо решила гасить. И это может быть с каждым из нас. Скажете свое слово, и тебе кулаком в морду. Вот так я представляю вас. Да. Спасибо. А Асылбек, вот как ты думаешь, вот у меня было столько допросов, и каждый раз полицейские мне задают один вопрос, что мне это как будто мнение внушается. Скажи, пожалуйста, мы за 30 лет настолько стали быдлом, что у нас у всех уже отсутствует собственное мнение? Они у нас истребили собственное мнение? Они пытаются истребить собственное мнение. Собственное мнение есть, но мы не можем его высказать. Не у всех хватает смелости высказать, у всех, да? У большинства. Даже когда мы что-то говорим, мы боимся, мы думаем, как бы это сказать и как бы это преподнести. У народа полностью... Ну, народ — это мы с тобой. Да, народ — сейчас, это мы. Сейчас мы, да, с тобой. Угу. Асылбек, ты же вот грамотный человек, ты понимаешь, да, что единственным источником государственной власти является народ, что мы с тобой власть. Ты прекрасно понимаешь? Ну, я это понял, знаете, когда? Когда... Назарбаев решил уйти, объявил об этом, и вместо этого, вместо него стал Токаев, и первое его выступление, вот тогда меня огорошило и заставило взять меня Конституцию в руки. Что именно? Ну, то, что он взял и все почести, как сказать, все хваления, оды воспел Назарбаеву, переименовал Астану. Меня это крайне возмутило. Крайне. Меня не спросили. Почему меня не спросили? Я взял Конституцию в руки после этого. И там было написано, что единственным источником власти является народ. Ну, до этого я-то знал. Смотрели. Но именно в этот день меня это огорошило. Я решил, что как же так? И попираются мои права. Я, например, против. Если написано в Конституции, что имя столицы изменяется, не иначе, как внесем изменений в Конституцию, а это должно быть мнением народа, то почему меня не спрашивают? Вот. В Конституции все прописано, что у нас есть свобода слова, свобода выбора, свобода волеизъявления. Да, мы, да, имеем право на собрание. Оказывается. Да. Оказывается, мы имеем такие права. Да, мы имеем право на пикет, мы имеем право на митинги. У нас и только мы об этом заявили, и нас начинают нас преследовать за это. Наглым образом, наглым. Тебя не слушают. Сейчас уже... Не принимают во внимание, что с юридической стороны человек прав. Нет. С юридической стороны все подводится к тому, что правы правоохранительные органы.
хотя они поступают во многих случаях неправомерно. Даже свои права не знают. Наверное, в последнее время они начали смотреть, учить, что активисты их начали приучать. То же самое, что покажи удостоверение, назови себя, что ты хочешь от меня, толком скажи. Вот. Как должна вручаться повестка? Да. Они даже не знают, как должна вручаться повестка. Они думают, как что чтобы вручить... Как она должна заполняться, да. когда должны приглашаться, как приглашаться? Уральские полицейские думают, что повестка должна вручаться вчетвером, с автоматом. Нельзя да. вручать повестку цивилизованно. Ну, это вообще меня возмутило. Я даже не ожидал, что на суде нам показали видео. И вот это разбойничье нападение, по-моему. Это было разбойничье нападение. Без всякого там анализа, без всякой там экспертизы. Это обычному человеку, не сведущему в праве, да? Это нападение разбойное. Да. И это они преподносят как неповиновение властям. А власть — это я, народ. Они всего лишь исполнительный орган. Правильно же, да? Они же исполнители. Оскорбление властям что-то. Я народ никогда не оскорблял. Власть у нас народ. Ну там на суде у нас присутствовали еще правозащитники. Вот они комментировали тихо нам, как должно это быть. Это было, как сказать, абсолютно безграмотно. Ну, смотрите, правила Миранды знает каждый человек. Что такое правило Миранды, да? Что полицейский должен подойти, представиться, показать свое удостоверение, основание свое вам предъявить, и потом вам должен объяснить ваши права и ваши обязанности на это время. Да, то, что вам предоставляется, может предоставиться защитник, один телефонный звонок, да. Что еще? Не свидетельствовать против себя, самое главное. Да, не свидетельствовать против себя. Не имеют права они там отпечатки пальцев, фотографировать. Всего этого обыск нет. Ничего не имеют права. Они все нарушают. Первым делом они нарушают, отбирают твое имущество. Сразу пытаются за телефон и стирают полностью до заводских настроек, как было в моем случае. Отобрали телефон, полностью всю информацию уничтожили, ушли все телефоны, номера моих врачей лечащих. До сих пор не могу восстановить. Мастубик, я тебе очень благодарна за поддержку. Спасибо за такую осознанность, за гражданскую позицию. Я надеюсь, что вы и дальше будете со мной, вы и дальше будете меня поддерживать, потому что это может случиться с каждым из нас. Оно так и происходит с каждым из нас. Они нас обвиняют в том, что мы совершенно безмозглые, что кто-то нас учит на какие-то действия. Мы роботы, без мысли, без чувств, которые не осознают жизнь, полностью как будто проходит мимо нас. Мы отравлены пальмовым маслом, всеми этими, как сказать, которые они наполняют ГМОшными, да? Как будто наш мозг уже полностью атрофирован, они к нам так относятся. Это совершенно не так. Что у меня, что у Асылбек, что у совершенно других моего поколения людей. У нас было прекрасное советское образование. Я 10 лет в школе была круглой отличницей. Папа меня с 3 класса возил на соревнования по шахматам. Я всегда занимала первые места. Я играла со взрослыми женщинами, кстати. Даже не в детской команде, а во взрослой сразу, с 3 класса играла. Всегда первые места. А эти правоохранительные органы города Уральска думают, что у меня полностью отсутствует логика, мыслительный процесс у меня полностью атрофирован, я не могу делать выводы. Почему они мне обвиняют, почему у вас еще организации, которые объявлены с экстремисткой, совпадают какие-то слова. Я говорю, ну потому что я здесь живу, эти люди, наверное, тоже со мной здесь рядом живут, они видят это неграмотное население, медицину разрушенную, это образование, эти дома, которые мы живем уже 70-х лет, эти все дома 70-го года постройки. Так что, Асылбек, спасибо тебе большое. Я тебе очень благодарна. Благодарна народу Казахстана. Спасибо. Мы вместе, и мы сила. Давайте еще одно слово. Еще хочешь сказать, пожалуйста?
первое мое задержание было, знаете почему? На 1 мая этого года я вышел с портретом Дину Мухаммеду Ахмедовичу Кунаеву. О, молодец. Понимаете? Это не Назарбаев был. Молодец. А Кунаев. Я вышел с этим осознанно, потому что председатель комитета Компартии Дину Мухаммед Ахмедович Кунаев возглавлял Казахской ССР с 60 по 86 год. И именно под его руководством было бурное развитие по всем отраслям. И это было построенное новое предприятие. Да что предприятие? Города, социальная сфера, образование, наука. Все было поднято. Все. И мы пришли к своей независимости и имели все. Сельское хозяйство, вся инфраструктура. Все было благодаря руководству этому человеку. Этот человек набрал свою команду такую, болеющую за свою родину. Благодаря им. И благодаря поддержке народа мы действительно достигли высот. Что было до сегодняшнего времени благополучно и удачно уничтожено. Да. Уничтожено. Ничего все нет. Вот. И вот смотрите, из-за меня на 9 мая, когда я хотел выйти на парад, меня стали задерживать. Потом как-то я отбился, в общем, 4 сентября, когда я вышел в поддержку Мухтара Джакишева, ну, меня задержали, и там я был у них в ГУВД, проводили беседу. Ну, это был допрос неофициальный. И я понял, что я попал в поле зрения именно потому, что я вышел с портретом Кунаева. Вот до чего доходят наши правоохранительные органы. Это приказ сверху. Чего они боятся, видите, да? Должен быть только Назарбаев, только Назарбаев. А что он сделал для нас? И еще, 5 декабря у нас суд, 10:30, в областном суде апелляционное рассмотрение дела Абулхаировой Алии. Приглашаю всех казахстанцев. Да, пожалуйста. Посмотрим на эту комедию. Вы получите удовольствие. Да. Остается сказать, а судьи кто? Судьи кто? Когда приходит народ побольше, они, ну, судьи и вот эти обвинители, и вот эти полицейские, они как-то пугаются. Какое слово найти? Торопеет. Поэтому приходите, поддерживайте всех казахстанцев. Кто может приехать с других городов, пожалуйста. В прошлый раз приезжали с других городов, кстати. И они потом Алия говорили, я услышал. В следующий раз позвоните, мы приедем. А Алия говорит, да что вы, с других городов будете расходоваться. Нет, приезжайте. Мой дом для вас открыт. Ой, спасибо, Фомик, спасибо. Спасибо вам всем. Мы вместе, и мы сила.